Всем привет, друзья! Сейчас вашему вниманию будет представлен отличный комплекс упражнений для похудения. Эти упражнения нужно делать каждый день по 7 минут. Всего лишь 7 минут. Что это такое? Это ничего. Поехали. Итак, друзья, первое упражнение – это боковая планка. Делаем на одной стороне 15 секунд, потом переворачиваемся и делаем на другой стороне 15 секунд. После этого отдыхаем 10 секунд и делаем другое упражнение. В этом упражнении тело должно быть прямое, ноги скрещены. И делаем такие вот движения. Теперь, друзья, делаем такое упражнение, тоже 15 секунд одна сторона, 15 секунд другая. Следующее упражнение. Скрещиваем ноги, ложим руки прямо и делаем вот такие упражнения. Нам нужно поднимать таз вверх. Следующее упражнение выглядит так. Ноги немножко согнуты. Спина немножко должна быть назад. Делаем вот такие вот повороты. При этом максимально напрягая брюшной пресс. Следующее упражнение – это планка. Все это упражнение знают. Стоим 30 секунд. Следующее упражнение выглядит так. Ноги согнуты. Ложимся в исходное положение и делаем руками вверх вот такие движения. Впереди снова такое же упражнение, как мы и делали. Ложимся так, сгибаем ноги в крестик и делаем вот так. И последнее упражнение – это снова боковая планка. С меня уже все течет. Я не могу. Если вы не похудеете из-за этих упражнений, я вас убью. Поехали. Вот и все, друзья, вот такой вот комплекс. Сразу же хочу сказать, что 10 секунд недостаточно отдыхать. Первые два упражнения можно отдыхать по 10 секунд. Остальные все по 30 секунд тоже отдыхаем, потому что это просто пипец. С меня вон все течет, все мокрое. Вот. Худейте, друзья. До следующей встречи. Пока.